В Чебоксарах на катке «Новое поколение» проходит открытое первенство на Кубок Федерации фигурного катания. На льду свое мастерство показывают юные фигуристы, самым младшим – 7 лет. Побить рекорд прошлых соревнований по количеству участников. За 2 дня на чебоксарский лед выйдут 180 спортсменов из 22 городов России. Фигуристов лишь приоткрываются двери в мир большого спорта. Они еще только мечтают о медалях чемпионатов мира и Олимпиады, старательно выполняя наставления тренера. Кому-то уже удаются сложные элементы фигурного катания, кто-то только осваивается. Я занимаюсь фигурным катанием с 3 лет, мне очень нравится. Я хочу научиться прыгать аксель. Практически все участники соревнуются в произвольном катании. А с короткой программой выступят только девушки 97-го года рождения. Самое главное для детей на этих соревнованиях – не завоевать призовые места. Куда важнее выполнить спортивные разряды, говорит наставник юных фигуристов. Вы знаете, как раз соревнования являются очень хорошей мотивацией для дальнейшего спортивного роста ребенка. После каждых соревнований дети как будто бы... У них как будто бы вырастают крылья за плечами. Они начинают совершенно по-другому заниматься. Подобные соревнования по одиночному катанию среди юношей и девушек в Чебоксарах проводятся в 3-й раз. Команд очень много. Наши спортсмены растут в мастерстве. Мы решили это мероприятие сделать открытым. На катке «Новое поколение» на ледовую арену выходят мальчики и девочки от 7 до 17 лет. Юные фигуристы справляются не только с техническими элементами, но и с волнением. Я катаюсь 4 лет. Мне сейчас главное – прыжки. Мне поддерживают тренер Елена Ивановна и родители. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Антон Вовк, Республика.